Добрый день, дорогие друзья, это снова Макс Вайсман. Сегодня день очень богат на новости, причем на какие-то бредовые новости, которые власть нам, как из рога изобилия, выдает постоянно. Сегодня уже вторая бредовая новость. Путин хочет разделить с населением расходы на здоровье. Нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая с привлечением софинансирования, заявил президент Владимир Путин. Человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье. Надо же, какие слова исходят от человека, который только недавно снова разрешил продавать боярышник. Но что самое интересное, это то, что при Борисе Ельцине, которого сменил нынешний президент, считающий, что люди должны участвовать в софинансировании своего здравоохранения, почему-то так не считал. При Борисе Ельцине была почему-то бесплатная медицина при цене нефти $20 за баррель, а при Путине при цене за 50, вот он как-то не справляется почему-то с задачей обеспечения народонаселения бесплатной медицинской помощью. Это учитывая, что народонаселение за это время еще и убыло, к тому же. Видимо, это говорит о компетентности главы государства как управленца, как человека, который управляет экономическими процессами в нашей стране. Он не справляется со своей работой, судя по тому, что он считает, что то, что людям дано по Конституции, теперь необходимо у этих людей каким-то образом изымать. Кстати, по данным холдинга «Рамир», экономить сейчас вынуждены 82% россиян. Это свидетельствует, в общем-то, о продолжении путинского кризиса. Но доля россиян, вынужденных сокращать расходы на лекарства и услуги врачей, выросла за последний год почти в 3 раза, с 6 до 16%. Это, опять же, говорит РАМИР, который провел соответствующие исследования. Кстати, за год сократилась доля россиян, которые экономили на еде, с 43% в прошлом году до 39% в нынешнем году. Но на этом, в общем-то, все хорошие новости закончились. Люди вынуждены экономить на здравоохранение, и это факт. И если их обязать дополнительно платить за это самое здравоохранение, понятное дело, что смертность в нашей стране будет расти, расти и расти. Ну, может быть, именно этого и добиваются наши нынешние власти, которые, в общем-то, семимильными шагами снова идут по той же самой дорожке, по которой шел в свое время Михаил Сергеевич Горбачев. То есть они идут по дороге развала, и понятное дело, что если к чему-то идти, то к этому можно и прийти в конечном итоге. И это все очень прискорбно, дорогие друзья. Здоровья вам! Всего доброго!